считаю важным факт участия просто в таких мероприятиях. Естественно, что лучшие будут награждены, но очень важно, что дети просто участвуют даже. Ну и плюс это шикарная возможность пообщаться с уважаемыми людьми, увидеть Евгения Леонидовича. Очень здорово, что Федерация самбо Москвы совместно с фондом Оксаны Федоровой увидели в этом рациональное зерно, и мы совместно вот объединяем усилия и с удовольствием будем этот проект продолжать развивать. Участникам я желаю не волноваться, проявить свои лучшие качества, выступить на максимуме своих возможностей.